Здравствуйте, уважаемые телезрители! Красавица Прага приветствует вас вполне себе российской погодой. В столице Чехии сейчас где-то по ощущениям минус 4. И будем надеяться, европейского качества футбола. Групповой раунд розыгрыша Кубка УЕФА сезона 2007-2008. Прямая трансляция на канале ТВ-центр. Спарта, Прага, Чехия, Спартак, Москва, Россия. Вместе с вами наблюдать за этим матчем будут чемпион страны в составе московского Спартака, лучший бомбардир сезона 1962 года Юрий Севидов. Здравствуйте. И комментатор телеканала ТВ-центр Дмитрий Дерунец. Игра уже началась, пока что о стартовых составах команд. В первую очередь, конечно же, московский Спартак. В воротах Стипе Блетикоса, далее Мартин Штранцель, номер 3, Жедер, второй номер, Игнас Дедуры, 70-й, Андрей Иванов, 59-й, Флорин Шуава, номер 6, Сергей Ковальчук, 27-й номер, Дмитрий Торбинский, номер 14, Егор Титов, капитан команды, номер 9, Велитон, 11-й и Артем Дзюба, 40-й. Главный тренер спартаковцев Станислав Черчесов. Состав пражской «Спарты». В воротах Томаш Григор. Далее по номерам. Второй капитан команды Томаш Ржевка. Радослав Забавник, номер 8. Либор Дошек, 9. Мирослав Слепичко, 10. Ян Резек, 12. Номер 14. Павел Хорват. 15. Иржи Кладрубский. 18. Карл Кисел. 20. Зенек Поспех. И Михал Кадлец, номер 23. Возглавляет пражский клуб главный тренер Михал Билек. Ну, я думаю, что «Спартак», состав «Спартака», наверное, необычный сегодня, да? Надо разобраться с игрой в защите, да? Наверное, понятно абсолютно, что Жедер и Дедура, кстати, «Спартак» играет в белых футболках сегодня, да? Жедер и Дедура, наверное, будут играть в середине, Иванов, наверное, слева, а Штранцель, скорее всего, будет играть правого защитника. В середине играют, я думаю, что Шоа играет, наверное, опорного хавбека. Перед ним Титов, впереди справа Ковальчук и слева Торбинский. Ну и впереди Велитон и Дзюба. Вот это тот состав, который на сегодня, откровенно говоря, мог собрать «Спартак». Почему собрать? Потому что, вы знаете, очень много больных у «Спартака», очень много травмированных. И вообще концовку сезона команда проводит далеко не в полном составе. И, наверное, будет все-таки очень и очень тяжело «Спартаку». С другой стороны, я думаю, что это все-таки один из решающих матчей для «Спартака» в Кубке УЕФА, потому что надо понять, что чем дальше до декабря мы будем ждать игру в группе, тем, наверное, будет все сложнее, потому что форму свою «Спартак», конечно, будет терять, поскольку не играет сейчас в чемпионате. Чемпионат у нас закончился почти что уже 20 дней как закончился, а 19 декабря это будет, наверное, уже больше месяца. Кроме «Спартака», сегодня в Кубке УЕФА свои матчи проводят еще два российских клуба. «Локомотив» принимает «Копенгаген». Эта встреча проходит параллельно с нашим матчем. Началась в одно и то же время. Мы будем вас информировать о том, как проходит эта встреча. Ну и подходит к концу уже второй тайм в Санкт-Петербурге, где «Зенит» принимает «Нюрнберг». Идет 76-я минута встречи. Счет пока что 1-1. Гол в составе российского клуба забил Павел Погребняк. У нас же начало первого тайма. Пока что никаких опасных моментов еще не происходило. И в атаке пражская «Спарта». Правым флангом развивается атака по месту правого крайнего. Врывается в штрафную один из нападающих пражского клуба, но мяч благополучно уходит за пределы, за лицевую линию. И Стипе Блетикоса сейчас выбьет его от своих ворот. Ну, как мы и говорили, так абсолютно верно мы определили, наверное, расстановку «Спартака». Значит, Штранцель играет справа, в середине играет Жедер и Дедура, и слева Иванов. И Шуава играет опорного хавбека. Да, необычно немножко, но что поделаешь, больной Моцарт и, так сказать, кроме него больные еще остальные хавбеки «Спартака». И, собственно говоря, поставить на эту позицию больше некого. Посмотрим, как Шауа справится с этой ролью. Пока что «Спартак». Ой, какая ошибка у Жедера. Жедер поехал, вы видели. И сейчас может быть опасный очень удар. Стипе Блетикоса надежен в этом эпизоде. Мало того, что надежен, он просто ждал удара туда. Вы видели, расположился очень здорово и правильно. Ой, а вот Иванов теряет мяч, что очень и очень не здорово. Нервозность по первым минутам чувствуется у спартаковских оборонцев, но сейчас не свистит здесь в данном случае валийский арбитр, и игра продолжается с мячом «Спартак». А вот тот, пока что, наверное, самый опасный удар в матче наносил Карл Кисел, словацкий полузащитник пражской «Спарты». Вообще, конечно, «Спарта»
отличается тем, что практически нет легионеров в этом клубе. Ну и надо сказать, что Кисел один из лучших игроков Спарты, один из тех игроков, который много забивает, и, собственно, лидер этой команды. А пока что, конечно, мы ждем очень и очень хорошей игры, в первую очередь, от Титова, потому что вот сейчас, вот именно сейчас, наверное, очень много зависит от того, как Егор будет играть. Потому что все отдается ему, он должен регулировать темп, что, кстати говоря, наверное, для «Спартака» имеет колоссальное значение. Почему? Почему колоссальное значение? Потому что абсолютно понятно, что игра тяжелая. Тяжелая, потому что «Спартак», так сказать, не в игровой форме, не, давно не играет. Чемпионат страны закончился, и поэтому очень много, большое значение имеет именно опыт игроков. И вот именно Егор, который должен быть опытнее всех и должен, так сказать, поставить игру правильно и правильный ритм задать игры. У нас в Праге первую главу сейчас будут подавать «Спартаковцы». На вашем экране был повтор эпизода с ударом Кисела, который надежно зафиксировал мяч Стиви Плетикоса. Но и изменение счета в Санкт-Петербурге. «Зенит» уже одерживает волевую победу на исходе матча. Счет стал 2-1, где «Зенит» принимает Нюрнберг. «Зенит» забил на 79-й минуте. Это очень и очень здорово, конечно бы. Очень и очень хотелось, чтобы «Зенит» сегодня выиграл. Мяч забил молодой парень Ионов. Вы знаете, это человек, который выходит на замену, совсем молодой мальчишка. Но вот видите, как здорово, что и такие ребята привлекаются в наш состав основной, да. И главное, что в таких играх, так сказать, и, наверное, Ионов закаляется, конечно. Вот, это здорово. А сейчас у нас атакует Прага. Да, Карл Кисел, передача на правый фланг. И сейчас удачно играет в этом эпизоде Иванов. И от его ноги мяч уходит аут. Один из нападающих, Мирослав Слипенко. Ну, абсолютно четко закрывал, так сказать, передачу. Как говорят, блокировал удары. Было, наверное, очень здорово. На правом фланге развивается атака Спарты. И теперь уже опасно сейчас в штрафной площади Спартака, но выносит мяч Жедер. Ну, знаете, у меня такое впечатление, что все-таки вот сейчас вот спартаковцы даже по первым минутам, посмотрите, как глубоко играют защитники наши. И Жедер глубоко играет за штрафной. И вот посмотрите, к чему это приводит. Хорошо, что игрок не обработал мяч. Обработал бы, наверное, было бы и правильно Плетикоса выговаривает своим ребятам и говорит о том, наверное, что надо выходить из штрафной, потому что играть в штрафной не годится. Не годится, длинный пас, ни к чему не обязывающий, и приводит к острому моменту. Это не годится, конечно. Любомир Дошек сейчас был на острие атаки, один из основных форвардов пражской «Спарты». Постоянно он появляется в стартовом составе команды. И в 9 мячей он уже забил в этом внутреннем сезоне Чехии, если считать чемпионат и национальный кубок. То есть 9 мячей в 17 матчах — довольно неплохой результат. Неплохой, очень неплохой результат. Если считать, что чемпионат будет из 30 игр, то где-то мячей 18. Это вот неудачно играет защитник. Есть возможность у Дзюбы сейчас выйти. Что будет, пас или удар? Это Велитон. Велитон бьет справа и бьет немножко выше ворота. Момент был хороший. И вы знаете, он начал спешить еще до того, как ударил. А вот, по-моему, уже момент, когда мяч был под правой ногой, спешить-то, может быть, и было и не нужно, потому что игрок его не крыл. И можно было еще подрабатывать под правую ногу, просто угол бы изменялся, да. Зато можно было намного точнее сыграть. Но, к несчастью, поспешил, да. Но, во всяком случае, это очень и очень неплохо. Ошибся Радослав Забавник. Его появление в стартовом составе «Спарты» не очень-то планировалось. Словацкий легионер, очень неожиданно часто, было, да. Словацкий легионер чаще оказывается в запасе, и на его месте играет Лимперским. Но вот решил главный тренер команды из Праги поставить его, и вот он совершил, наверное, пока что самую грубую ошибку в этом матче, если считать по первому. Ну, даже не ошибку, а я считаю, что вообще чуть ли не подарок сделал. А вот посмотрите, разрыв в обороне «Спарты» чувствуется то, что команда, наверное, заряжена на то, чтобы выиграть, и, так сказать, много игроков играют впереди, и вот поэтому в серединке вот сейчас вот был второй раз был уже провал у «Спарты». И «Спартаку», наверное, надо воспользоваться этим, но при условии, конечно, что не пропускать быстрого гола. Вот сейчас вне игры, бесспорно. Судья поднимает флажок, все верно. Напомним, турнирное положение в этой группе, в которой как раз играет московский «Спартак». Сразу три команды набрали по 3 очка. Это «Цюрих», «Спартак» и «Спарта». Но если «Цюрих» и «Спартак» провели всего лишь по одной игре, то «Спарта» сыграла уже дважды. Здесь вот на арене, которая имеет бесконечное число названий, наверное, больше российским болельщикам она известна как «Летна», но официальное ее название «Акс-Арена».
Спарта проиграла как раз-таки Цюриху со счетом 1-2, но выиграла в гостях у Тулуза со счетом 3-2. Также 3 очка у Байера, который провел 2 игры, и ни одного очка не имеет Тулуза, потерпевший 2 поражения. Кстати, надо сказать, что арена шикарная. Вы знаете, не очень много удобств, ничего, но видно со всех позиций, видно идеально. Поле прямо у всех зрителей перед глазами, они висят. Вот знаете, наша кабина прям висит на почти что на боковой линии. Видно очень-очень здорово. Такое впечатление, что мы сами прям участвуем в игре, сами играем. Это, конечно, шикарно. Я думаю, вот когда у нас будут такие стадионы... Кстати говоря, стадион-то довольно недорогой. Все очень-очень просто, да? Но все шикарно. Все шикарно. Видимость, самое главное, из-за чего народ ходит на футбол, видимость. А вот сейчас «Спартак» атакует неплохо. Не было здесь нарушений в этом... Нет, нарушение-то было, но судья не дал нарушений, потому что мяч остался у «Спартака», и «Спартак», к несчастью, им не очень здорово распорядился. Вот сейчас «Жедер» играет в середине, играет довольно-таки верно, пока что. Пока что, буду говорить все время пока что, потому что я, откровенно говоря, не очень верю в этого защитника и знаю, что он все время может напортачить где-то. Но пока что играет нормально. В Питере счет стал 2-2. Но, собственно говоря, для «Зенита» тоже это неплохо. Но, во всяком случае, на 84-й минуте счет стал 2-2. Я думаю, что «Зенит» должен все-таки выигрывать игру. Выигрывать, но время осталось мало. У нас же пока что прошло 10 минут, и счет также ничейный, но 0-0. Я скажу, что «Спартак» играет неплохо. Неплохо, потому что хорошо держит мяч, хорошо открываются все. Пока что, вы понимаете? Я не говорю о том, что устанут, может быть, еще не все в порядке, потому что уже все-таки конец сезона, давно не играют. Но пока что двигаются неплохо, открываются под каждого игрока, под каждый пас. И это, так сказать, надо внести «Спартаку» в актив. Да, вот сейчас вот повреждение получил... Один из игроков пражской «Спарты», вот вы видите на повторе, что Артем Дзюба здесь пошел. А вы знаете... Сумняшись в борьбу на втором этаже. Да, все правильно, потому что мяч должны выводить «Спартаковцы». А вот выбил ли мяч специально, так сказать, фаерплей, как говорят, да? Ну, наверное, скорее всего, поэтому и «Спартак» возвращает мяч чехам. А судит матч сегодня, мы забыли сказать, судит матч сегодня судья из УЭСа Ричардс. Ну, он нам, откровенно говоря, по-моему, я не знаю точно, судил... Он судил единственный матч с участием московского «Динамо», когда «Динамо» играли с мальтийской «Биркиркарой». Ну, вот это классная игра была с Мальтией, конечно, это стоит вспомнить. А так, конечно, серьезные игры наших команд он не судил, поэтому посмотрим, что будет сегодня. «Спарта» в атаке. Правым флангом развивается атака «Прожан». Опять, на мой взгляд, ну, слишком глубоко мы садимся, ну, слишком глубоко. Ну, посмотрите, где «Жедер» играл головой, пытался сыграть, вернее, проиграл дуэль, но ведь играл почти что на линии вратарской. Ну, почему, когда пас идет и не доходя до штрафной? Ну, не надо так глубоко садиться. Наверное, надо оставлять игрока, который атакует, оставлять его вне игры. И не надо садиться, не надо бежать за ним. Ну, непонятно просто. Это Тошек, да, конечно. И, собственно говоря, уже понятно более-менее игра чехов. Они, наверное, будут играть на 9-го номера, на Тошека, который очень высок ростом. И, вы знаете, он мне напоминает знаменитого чешского игрока Яна Колера, вместо которого, кстати, даже иногда вызывался в сборную. Да. Пока что одна и та же манера. Еще и грознациональную команду, но в обойме сборной, в обойме команды, которая, как и сборная России, сумела пробиться на чемпионат Европы 2008 года, Дошек есть. Ну вот, видите, сейчас опять штрафной. «Спарта» бьет с середины поля, с нашей половины середины поля. Интересно, будут ли садиться «Спартаковцы» глубоко или нет? Нет, пока что стоят на линии, и все абсолютно верно. И не надо бежать туда, к воротам, не надо. Но в данном случае хорошо сыграли. Убивается мяч из штрафной площади московского «Спартака». Но здесь вот первый играет Томаш Ржепко, капитан и опытнейший игрок пражской «Спарты». Артем Дзюба на правом фланге с мячом. Доверил ему сегодня место в основе Станислав Черчесов. Пас направо. Велитон хорошо держит мяч, ищет, хорошо сыграл Шоа. Шоа налево, на Иванова. Пас вперед, есть возможность. Неплохо, пока что неплохо, Ковальчук с мячом. А вот этот пас, ну, слишком легко читался и слишком просто Ковальчук исполнял. Ой, какой интересный момент, да, вы видели, что Штранцель подкидывал мяч сюда в штрафную, на дальнюю штангу. Там было сразу два... Ржепко не срезал мяч в собственные ворота. Вот сейчас на вашем экране опытнейший игрок, поигравший и за «Спарту», и уже возвратившийся... Ну, играл и в Англии, по-моему. Да, в «Фиорентине» он играл и наибольшее имя себе. Он как раз-таки заработал, выступая за лондонский «Вест Хэм Юнайтед». А как умеет, как ставит игру защитником в Англии, в английской премьер-лиге, мы знаем. Итак, подача.
Ну и надо сказать, что он чуть-чуть не уложил мяч в свои ворота, потому что там на дальней штанге было два игрока спартаковцев. Он видел это и пытался, так сказать, прервать атаку, ну и сыграл не очень, так сказать, не очень здорово, но во всяком случае гол не дал забить. Здесь уже Слепечко по левому флангу прорывался, пытался прорваться. Против него удачно действует Ковальчук, и спартаковцы отбирают мяч. Штранцев с мячом. Длинный пас, но, по-моему... Ой, как! Вы знаете, очень много ошибаются сегодня. Чехи в защите, по-моему, не очень уверенно играют. Вот сейчас угловой, да, Дзюба немножко передержал мяч, далеко отпустил его. Видимо, не решил отдавать пас или обыгрывать. Сложно. Прошло 15 минут в также матче, который параллельно проходит с нашей встречей. Локомотив принимает Копенгаген. Там пока что, как и в Праге, счет 0-0. Но, напомню, в Санкт-Петербурге «Зенит» Нюрнберг пока что ничья 2-2. По угловым 3-1 пока в пользу «Спартака». Торбинский, подача. Выигрывает выход. Ой-ой-ой-ой-ой, какой хороший момент. Вы знаете, с ближней штанги, по-моему, Егор Титов сбросил мяч, да? И чуть-чуть Дзюба не успел. В смысле, успел. Удар-то он произвел, но не успел подстроить тело для того, чтобы, так сказать, направить его в ворота. Во всяком случае, все равно это очень-очень здорово. И вы знаете, я всегда говорил о том, что именно Артему надо все время играть головой и тренировать это, потому что его рост – это большое, так сказать, преимущество. И, наверное, этим надо пользоваться, конечно. Вот сейчас он показал, что, наверное, он этим делом и занимается вплотную. Сейчас был довольно-таки сложный мяч, но он исполнил его неплохо. Ну, невольно мы, конечно, переживаем за Дзюбок, за судьбой которого мы следим на протяжении всего сезона. Так получилось, что летели мы с ним еще в одном самолете в Вига, когда канал ТВ-центр показывал матч «Сельта-Спартак». И тогда поинтересовался у него, какая у него будет задача на этот сезон. Он мечтал просто закрепиться в основе «Спартака». Ну, наверное, закрепиться вряд ли получилось, но, тем не менее, вот выходит так, что в концовке он... Играет, и дай богу, чтобы играл. И самое главное, чтобы использовал свои сильные качества. Вот это главное. Но для этого, конечно, нужно не только, чтобы он использовал сильные качества. Надо, чтобы «Спартак» и много подавал туда, в штрафную. Потому что это вот то, что он сейчас выиграл, это стандарт. А желательно, чтобы это было с игры. «Спартак» держит мяч, держит неплохо. Вы знаете, пока что надо сказать, что «Спартак» имеет преимущество во владении мячом. Но это и не удивительно, все-таки надо говорить о том, что «Спартак» все время по составу подбирался так, чтобы отдавалось предпочтение игрокам, умеющим играть с мячом. На правом сейчас фланге Велитон с мячом. Что будет делать? Подавать. Подача. Подача не очень удачная, но мяч все равно у «Спартака» Шао теряет. И надо было сыграть налево на Иванова, конечно, он сыграл неправильно и отрезал сам себя. А вот посмотрите, опять Зедар тащит, вот всю защиту тащит вниз. Это, я считаю, это неправильно. Ну пусть бегут красные игроки, они же бегут не игры. Надо, наверное, понимать это. На мой взгляд, ой, какая хорошая передача. Здесь Торбинский. Входит в штрафную, но слишком сильно. Нет, ты знаешь, дело даже не в том, что сильно. А мяч перед ударом, вы видели, мяч у него скакнул, да? И поэтому вместо того, он хотел подрезать мяч куда-то на 11 метров отсюда. Мяч скакнул и полетел, так сказать, почти что не с того места, каким он хотел ударить, во всяком случае. И поэтому очень далеко, и не надо осуждать в данном случае. Наверное, скорее всего, это от газона зависит. Газон, вы знаете, я еще раз говорю, сверху выглядит очень и очень прилично. Зеленый газон, интересный, но, на мой взгляд, довольно-таки выбит. Видимо, в чемпионате Чехии была игра, когда играли в дождь, и очень здорово газон выбили, и он еще не восстановился. Раз уже заговорили о чемпионате Чехии, который сейчас приближается к своему экватору, до зимнего перерыва командам осталось провести еще по два матча. «Спарта» пока что занимает в чемпионате третье место на 5 очков. Она отстает от лидирующей пражской «Славии», своего заклятого конкурента. Но напомним, что в прошлом сезоне «Спарта» сделала золотой дубль, выиграла и чемпионат, и кубок страны. Ну, надо сказать, что, конечно, это большой успех, так сказать, чешской команды. Но надо говорить все-таки о том, что все-таки все чешские футболисты мечтают и, собственно говоря, играют для того, чтобы потом поехать в Германию. Во-первых, это соседи их. Во-вторых, конечно, совершенно интересный, совершенно чумовой чемпионат. И, наверное, так сказать, играть в Германии – это мечта многих чешских футболистов. Радослав Забавник сейчас на вашем экране, как раз-таки левый защитник. Да, который, кстати говоря, сегодня, наверное, бы не был в основном составе, если бы не травма основного игрока. Сейчас Транцаль будет выполнять штрафной. Вот эпизод, вы видите, нарушили правила против Артема Дзюбы. И с мячом... В Петербурге матч закончился 2-2.
И спартаковцы сейчас будут подавать штрафной. Итак, завершился уже один из матчей розыгрыша Кубка УЕФА сегодняшних с участием российских клубов. «Зенит» дома встречался с «Нюрнбергом», и эта встреча закончилась ничью 2-2. Ой, Шава, как ошибается, как ошибается. Ну, нельзя такие ошибки делать. Хорошо сам же исправился, откровенно говоря. Игнус Дедура отобрал мяч в этом эпизоде, и не свистнул арбитр. Вы знаете, у меня такое впечатление, что против чешской команды, как они играют в обороне сегодня, играть можно, потому что, честно говоря, и позиционно играют не очень здорово, да, и в отборе, так сказать, вступают только уже в тех моментах, когда очевидно надо вступать, не имея, так сказать, возможности предвещать события. А для «Спартака», я думаю, что это неплохо, если спартаковцы вот так же будут играть, как сейчас вот начали. Хотя я бы не сказал, что уж очень здорово или что-то такое, но, во всяком случае, мяч держат, не ошибаются и владеют мячом больше, чем чешская команда, бесспорно. Вот Шао сыграл наконец-то здорово и правильно. Ну, не здорово, конечно, тут вариантов-то не было, но сыграл точно на Иванова. Дедура. Дедура с мячом, задумывает, видимо, пас вперед. Но потом... Нет, не надо спешить, не надо спешить. Вот сейчас видите, как команда встала, да? Посмотрите, владеют защитники мячом, а отдать некому. Все закрыто, и ближние игроки не предлагают. А длинный пас, конечно, тут и подстройка плохая, и, наверное, все-таки он не пройдет. Для спартаковцев вообще игра в длинный пас, она не всегда хороша. Почему? Потому что, ну, нет игроков, которые умеют бороться вверху, и, собственно говоря, подстроиться некому. Поэтому, наверное, тяжело играть. Ну, вот здесь себя еще не Важнецкий почувствовал Штранцель. Вроде нет, может он продолжить игру. Тяжело сказать, вы знаете, что это... Непонятно, во всяком случае. Нет, ничего, вроде ничего. Вроде ничего, Черчесов вышел сюда к полю, что-то говорит. Нет, это не Штранцель, Штранцель нормально. А тем более, если сейчас будет бросать мяч, то значит нормально. Я потому что подумал, что у него что-то с плечом, а если бросает мяч, значит с плечом все нормально. Меняет бутсы один из спартаковцев, это, по-моему, Флорин Шуава. Да, ему надо бутсы поменять и заодно бы еще кое-чего. Потому что так два раза ошибаться, как он ошибся в середине, конечно, не годится. Спартаковцы держат мяч. Иванов переводит на... Ой, какая передача. На кого он переводит? Хорошо Дедура выручил. Ну, не лучшим образом обработал мяч чешский футболист. Да. Перевод-то был вообще непонятный. Торбинский смещает из центра. Обгоняет двоих. Успевает. Хорошо, Веня там. Не спеши. Хорошо. Ну. Ну, неправильно. Неправильно. Надо было бить. Здесь, конечно, Дзюба вне игры, бесспорно. Егору надо было бить, наверное. Хотя сложно советовать, конечно, в этой ситуации. Может, ему было не очень удобно. Хотя, говорят, в футболе вообще редко бывает очень удобно. Все время неудобно. Но в данном случае все-таки мастер. И, конечно, с левой ноги мог ближний попасть. Мне кажется, он и угол видел. На дриблинг Торбинского. Он очень хорошо здесь разобрался сразу несколькими футболистами. Да, Торбинский отдал хорошо. Вот Егор, видите, немножко... На мой взгляд, может, его не поняли, отдавал под удар, а мог бы сам наносить, ближний-то мог попасть, конечно. По-моему, арбитр даже немножко помешал в этом эпизоде, который слишком близко стоял. Впрочем, проехали, игра продолжается. Виллитон здесь удачно ставит корпус, но против него, соответственно, тоже в отборе играют жестко и грамотно. И поэтому в атаке уже Спарта. Штранцель успеет, нет? О, рукой сыграл, и сыграл, по-моему, специально. Но дело в том, что судья абсолютно правильно понял этот момент и видел толчок. Да, Ян Резек подталкивал Штранцель. Да, абсолютно четко, и поэтому все правильно. Все правильно. Штранцель что-то, посмотрите, мне кажется, вот уже второй стык, и второй стык он встает тяжело. По-моему, не очень здорово себя чувствует, честно говоря. Прихрамывает, да. Не дай бог что-нибудь, потому что, вы знаете, у «Спартака» с заменами, особенно с задними игроками, очень и очень неважно. Тебе Плетикоса сейчас командует своей защитой, а Штранцель отправляется за боковую линию. Сейчас ему там оказывают помощь. И через несколько минут только станет ясно, сможет ли австриец продолжить игру. А вот здесь, наверное, надо кому-то оттянуться сюда влево. Ковальчук оттягивается, но еще глубже. Тем временем правым. Ну вот сейчас, по-моему, все, опять Жедер. Жедер опять пятится. Посмотрите, ну как неправильно играет. Ну почему так играть неверно, а? Абсолютно, посмотрите, опять пятится чуть ли не к линии вратарской площадки. Ну неправильно это, потому что любой навес здесь, любой отскок, любой стык, можно его добить. Одно дело, когда это в штрафной мяч отскакивает, это голевой момент. И другое дело, когда это за штрафной. Поэтому, наверное, центральный защитник должен своего игрока выводить из штрафной площади.
промелькнул на вашем экране сейчас Штранцель, вернулся он на поле. Вроде бы пока что все с ним в порядке, но посмотрим, как он дальше будет продолжать. Нет, игру. Мне кажется, что не очень. Мне кажется, что не очень. И посмотрите, он тащит ногу. Вот опять ситуация. А на этот раз Жедер хорошо сыграл. Дошек выходил здесь на ударную позицию, но не дотянулся в итоге до мяча. Билетон. Ну вот Зюбе, наверное, не надо было играть так глубоко. Я ведь чувствовал, что будет скид. Значит, наверное, надо играть поближе все-таки к игроку, который скидывает головой. Вот так вот Резок там пошел на троих, и в итоге перевод Иванов на правого потерял игрока, и не туда сунулся, и не сюда, но хорошо сейчас исправился. Хорошо исправился, потому что действительно потерял своего игрока и потерял очень большое пространство. Там игрок мог делать все, что хотел. К счастью, так сказать, может быть, не очень мастеровитый справа игрок у Чехов был в данный момент. Ну, в общем-то, про Карла Кисла это вряд ли скажешь. Ну как, у ворот хороший, а вот именно в обыгрыше, может быть, не очень. Бывает такое. С честью вышли спартаковцы из этой ситуации. Здесь безусловное нарушение правил. Ну вот сейчас, по-моему, надо Спартаку не спешить. Не спешить, все-таки вот тот ритм, который Спартак задал сначала, он правильный. Несмотря на то, что, может быть, особенно голевых моментов и не складывается. Хотя, вы помните, был момент, я говорил о том, когда Егор мог бить, да? Вот. А сейчас надо держать мяч. Надо держать мяч. Пока мяч у нас, нам не забьют. Это, естественно, это правильно, абсолютно. Вот. И ждать, что предпримет чешская команда. Потому что рисковать-то надо скорее чехам, чем Спартаку. Спартак первую игру выиграл. Сейчас играет вторую. И у него положение не очень плохое. Даже при случае, если он играет ничью эту игру. Так что, наверное, надо вот это вот делать и правильно смотреть на эти вещи. Угловой там. Артем Дзюба прессинговал. Томаша Ржепку и допрессинговал до углового. Всем своим видом показывает капитан Спарты, что, мол, было нарушение. Против него в этом эпизоде спартаковцы быстро разыгрывают угловой. Вы знаете, на мой взгляд, Спарта играет сзади, ну, не очень ответственно и не очень, я бы сказал, так, что команда хочет именно выиграть игру. Команда играет, по-моему, так, откровенно говоря, рядовой матч просто. А Спартаку, наверное, это на руку, скорее всего. Надо самое главное опять играть правильно, правильно. Ведь самое главное сейчас в игре Спартака — это умение контролировать мяч. Пока мяч у нас, пусть они рискуют, пусть они выходят вперед, пусть они что угодно делают. Мяч у нас — это здорово. Вот Дзюба сейчас неплохо сыграл, но пас-то, пас не годится, не дошел до Торбинского. Жедер здесь против. Да, это девятый номер, хорош, конечно. Дошек, да. Уверен, он играет на втором этаже. Правым флангом развивается атака Спарты. Кисл будет подавать. Забыли здесь одного футболиста Спарты на левом фланге. Справляется с этим ударом. Тебе Плетяков. Ну вот опять то же самое. Опять пятимся в свои ворота. Зачем пятимся? Пятимся вытаскивать мяч у Лисетки. Ну неправильно абсолютно. Да, как подкрался здесь Ян Резок. Я думаю, что неверно абсолютно. Ну как? Почему так тащит, как магнитом игроков Спартака к своим воротам? Ой-ой-ой, Плетякоса в порядке. Просто нормально. Не ожидал, видимо, чешский футболист, что в этом эпизоде мяч до него долетит. Очень многие боролись за мяч наверху, но в итоге долетел, ударился в чеха и отскочил просто в руки Плетякосе. Вообще, откровенно говоря, вратаря не хвалит момент игры, потому что все может быть. Но надо сказать, что все-таки Плетякоса — это находка для Спартака. Он играет очень-очень уверенно. Хотя не будем говорить и по поводу этого матча. Может быть, сглазен, не дай бог, конечно. Пока что все, вот сейчас вот до исключения моментов, когда Спартак пятится к своим воротам, вот, и неправильно играет в обороне, это абсолютно точно, что неправильно. Я не знаю, кто-нибудь может со мной спорить и говорить, что, ну вот, который раз уже Севидов говорит об одном и том же. Но я думаю, что абсолютно верно, что, ну, неправильно. Неправильно при атаке, так сказать, противоположной команды пятится за свою линию штрафной. Линия штрафной — это, так сказать, сигнал для защитников, что дальше нельзя пятиться. Надо встречать именно здесь. С мячом сейчас футболисты Спартака. Тем временем спартаковские болельщики распевают оды Плетякосе, который практически второй матч сейчас играет на благо российского футбола, прям скажем, потому что в предыдущий матч он защищал ворота Хорватии в отборочном матче чемпионата Европы. И сыграл просто с блеском. Сыграл. И стал одним творцом выхода сборной России в финальную часть чемпионата Европы. Я думаю, что, откровенно говоря, что Спартаку сохранить такого вратаря будет довольно тяжело после той игры в Англии. Наверное, за ним будет охота, но это делает и плюс Спартаку, потому что все-таки, смотрите, Видич, который ушел, так сказать, в лучшую английскую команду, Манчестер, сейчас, если Плетякоса уйдет в хорошую команду, это тоже говорит о том, что команда «Спартак» там, где хорошие люди, но растут выше намного, чем они были до прихода в эту команду.
мячом Спарта. Левый фланг подключает здесь Радослав Забавник. Ну, вы знаете, я скажу о том, что Спарта играет не так быстро и не так интересно, как мы думали все-таки об этой команде. Мы думали все-таки, что они начнут игру искать, так сказать, свой шанс в воротах Спартака, играть быстро, быстрая подстройка, быстрый пас, но этого нет даже и близко. Спартак выглядит и свежее, и быстрее, на мой взгляд. Такой красивый дриблинг Артем Дзюба с мячом на левом фланге. Но уже вернулись чехи в собственную штрафную, тем не менее, навес неудачно. Навес, да. Все-таки я думаю, что в такой ситуации, конечно, Артему было бы здорово попытаться обыграть, да? Потому что если ты обыгрываешь, то сразу простор какой, и сразу 2-3 варианта. Или отдать пас хороший, или самому пробить. Я думаю, что, конечно, рисковать мячом надо. Вот опять пятятся наши игроки. Опять посмотрите, где играем в штрафной. На линии вратарской. Но почему? Почему не пускать его вне игры? Ну, никак не пойму, честное слово. 30-я минута идет в Праге. Матч «Спарта-Спартак». Отбор, групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА. Пока что ничья 0-0. Такой же счет и в Москве, где «Локомотив» принимает в Черкизове Копенгаген. С мячом сейчас футболисты «Спарты» и будут выбрасывать аут. Интересно, безусловно, конечно же, и тренерская дуэль в этом матче. Станислав Черчесов против Михала Билика. Эти игроки, еще будучи действующими футболистами, встречались друг друга, в составе «Спартака» и «Спарты» между собой в сезоне 90-91 года. Тогда был Кубок чемпионов. Дважды тогда московский «Спартак» обыграл «Спарту» и в Москве, и здесь вот в Праге. Оба раза счет был 2-0 в пользу красно-белых. И получается, что Станислав Черчесов не пропустил от «Спарты» пока что еще ни одного мяча. Но дай бог, что не пропустит сегодня. Вы знаете, я смотрю внимательно за Шоуа, который играет сегодня опорного хавбека, да? И вы знаете, позиционно он играет довольно-таки неплохо. А вот с мячом, ошибки с мячом были довольно-таки, не довольно-таки, а много. Он 3 или 4 раза ошибся. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы в этой позиции игрок, тем более в середине поля, ошибаться, собственно говоря, не надо. Правым флангом развивается сейчас атака «Спарта». Аут будут бросать. Иванов хорошо сыграл сейчас. Чешского клуба. Спартаковские болельщики на вашем экране. Редкий случай, уважаемые телезрители, но на сегодняшнем матче, пожалуй, как минимум равенство. Как минимум равенство среди болельщиков, потому что чрезвычайно внушительный десант поклонников «Спартака» приехал в Прагу здесь поддержать своих любимцев. Сейчас они расположились за воротами Стипе Плетикоса и очень активно поддерживают свою команду. Абсолютно не слышно пражских любителей футбола. Пока что они взирают на эту игру молча. Возможно, морозная погода их даже отпугнула. Наверное, да. Я даже думаю, что, скорее всего, что если посадить на одну трибуну всех честных болельщиков и всех болельщиков «Спартака», то приблизительно будет равенство, как ни странно. Я еще раз говорю, что все-таки Кубок УЕФА в Европе, он начинает цениться где-то после четвертьфинала. А до этого все-таки не такое внимание. Ой, какой момент! Хороший, Дзюба успеет! Задел, нет? Нет, задел мяч, но не ногу. Нет, я имею в виду ногу. Смотрите, какое противостояние сейчас. Опытнейший Ржепко выговаривает юному Дзюбе и ставит его на место, но наш спартаковец не хочет уступать. Нет, но здесь Ржепко абсолютно правильно сказал о том, что не надо падать, не надо просить пенальти, потому что, собственно говоря, мяч-то уже был вне игры, и, собственно говоря, после этого, когда задел... Хотя все может быть вообще момент неоднозначный. Я думаю, что Ржепко задевал ногу Дзюбы, конечно. Дзюба сам протнул мяч, да? Успеть-то, конечно, он за ним не успевал, а вот, так сказать, фол-то был. Ну, фол, как говорят, после момента безыгрового, мяч не в игре. Хотя вы знаете, что по правилам, если есть фол в районе штрафной площадки, где бы ни был мяч, будь он даже на середине поля, если фол есть в штрафной площадке, назначается пенальти. Как ни странно, многие зрители, конечно, об этом не знают и говорят о том, что мяч, так сказать, отыгран. Но на самом деле это немножко по-другому. Вот он на вашем экране был, наверное, пресловутый язык футбола, о котором так часто говорят действующие футболисты. На каком языке общались между собой Ржепко и Дзюба, не очень-то понятно, но разговор был явно на повышенных тонах и, прям скажем, длился-то он, ну, секунд 10-15, они друг друга что-то повысказывали. Ну, вот сейчас посмотрите, как спартаковцы потеряли двух чехов, и они не могли разобраться, кому же отдать мяч. А сейчас, так сказать, придется бить просто туда в штрафную и навешивать, опять, наверное, на 9-го номера, на Дошика.
Дошек, конечно, просто в этом отношении, конечно, хорош. Вот что значит высокий рост и правильное использование, так сказать, своей фактуры, да? Он, посмотрите, он ни разу, вот опять он борется. Он ни разу не был вне игры, судья ей абсолютно верно дает. Он ни разу не был в краю, ни разу не разыгрывал мяч. Он все время стоит на последней линии рядом с центральными двумя защитниками нашими, с Дедурой и с Жедером, и пытается выиграть этот мяч вверху. И абсолютно верно. То есть использует то, что ему дано природой. Свой высокий рост и свое умение бороться его, наверное, научили. Но научили к чему? Именно к высокому росту. То, что бы хотелось, и научили бы Дзюбу к этому возрасту. То же самое. Ковальчук отыгрывает назад на штранцле, с мячом Велитон тут в центре поля. Дает играть валийский арбитр. Здесь хорошо отрабатывает Ковальчук в обороне. Возвращается, перехват в исполнении Спартака, и Велитон тащит мяч вперед. Обыгрывает она у второго. И, ну, похоже, умышленно он плечом задевал защиту. Пол-то был, конечно, да, но, видите, судья расценил так, что... Даже не знаю как. Опять фол есть фол все-таки. Хотя, конечно, бесспорно, Велитон к мячу не успевал к этому, но фол надо было свистеть. Однако он не свистнул. 36-я минута встречи в Праге, где Спарта принимает Спартак. Пока что ничья 0-0 и аут в пользу Спарты. Радослав Забавник выкидывает мяч далеко, но здесь Жедер первый. Дзюба отыгрывает. Ой-ой-ой, как уже жестко. Прямой ногой пошел здесь игрок Спарты. Как жестко, да. Хорошо, Ковальчук немножко, вы знаете, почувствовал, видимо, что будет игра жесткая, будет протянутая нога, успел уйти телом. А так, конечно, могла быть неприятная травма. За Сергея Ковальчука просто-таки страшно, потому что практически весь сезон пропустил молдавский Хазбек как раз-таки из-за тяжелого повреждения. Только-только он возвращается в строй. Конечно, хочется ему пожелать в первую очередь здоровья и обойтись без травм, хотя бы в концовке этого сезона как минимум. Ну, нам бы, конечно, хотелось еще и то, чтобы он сделал, так сказать, что-нибудь для победы Спартака. Пока что, откровенно говоря, ничего с его стороны не видно. Потому что, честно говоря, ну, матч-то просто проваливает. Абсолютно без игры, без мяча. И не ищет мяч особенно, и не участвует, так сказать, в единоборствах. Ничего не делает пока что. Вот сейчас мяч у него, посмотрим, что-нибудь будет. Здесь уже пятеро чехов вернулись на свою половину поля. Тем не менее, тащит мяч Ковальчук, пасует к линии штрафной. Ой, неплохо, нет, не неплохо, а плохо. Потому что времени было много, а мяч отдал высоко. И, конечно, Торбинскому было его принимать тяжело. Сейчас игра будет остановлена. Вот говорили мы только что о спартаковских болельщиков. Они уже на поле, это прорыв на поле. Бежит один из них с фаером к трибуне с фанатами. А почему Спарты? Ты думаешь, что это спартаковский болельщик? Но он выбежал как раз-таки с трибуны болельщиков «Спартака», как мне показалось. Вы видите, что инцидент, который абсолютно, конечно же, не красит матчи уровня розыгрыша Кубка УЕФА. Вшестером буквально повязали сейчас спартаковского болельщика силы правопорядка чешской трибуны, но... Ну, вы знаете, стоило было приехать в Прагу, чтобы здесь пробежать по полю и почувствовать себя героем, да? Ну, я думаю, что, конечно, все понимаете, это, наверное, не от большого ума, да? И просто жалко таких людей, ну, в конце концов. Ну, что поделаешь, ну, они есть, миримся с ними, живем с ними рядом, что сделать? Увы и ах, просто противостояние Спарты и Спартака уходит своими корнями не только в противостояние тренеров Черчесова и Билика, которые бились друг против друга в начале 90-х, но и на рубеже веков, когда еще четырежды эти команды играли в Лиге чемпионов, и один из этих матчей, то памятное поражение Спартака со счетом 2-5, закончилось грандиозными беспорядками не только на трибунах, но и в городе. И поэтому, конечно же, для болельщиков матча «Спарта-Спартак» это всегда матчи повышенного накала и интереса. Сейчас Торбинский, конечно, потерял мяч не по делу. Шао так здорово распорядился в середине мячом, отдал ему хорошо. Надо было мяч сохранить как-то, но это, к несчастью, не получилось. Запас... Да, но длинный пас у нас никак не проходит. Пока что, надо сказать откровенно и честно, кроме одного момента, когда Плетикоса выручил нашу команду, да, в принципе, голевых-то моментов нет. Хотя я еще раз хочу сказать, что «Спартак»-то играет довольно-таки неплохо, учитывая и время года, учитывая и физическое состояние команды, учитывая, так сказать, игровой импульс, да, в котором давно «Спартак» не был, да. Я думаю, что «Спартак» выглядит неплохо, довольно-таки свежо, мяч держит неплохо, но вот... Голевых моментов действительно, вот кроме того прохода с левой стороны, пока что не было. Сейчас посмотрим, Шао навешивает мяч. Нет, слишком легко, слишком просто все. Торбинский отыгрывает назад, опять вперед. Не игры здесь, три человека сразу. Не стал, правда, поднимать. Да, ну, судья видел, да. А вот сейчас, вот видите, поднял сейчас.
поднял час, когда уже, так сказать, прошло полчаса после этого, и когда почувствовал, что сложно вратарю будет, поднял флажок. Прав он? Да, прав. Потому что действительно вне игры было, и если бы наш спартаковский игрок не принимал бы участие в этой борьбе, он бы не поднял бы. А поскольку он принял, то действительно вне игры. Томаш Григор сейчас будет выбивать мяч от линии своей штрафной площади. Несколько слов об этом вратаре. Начинала сезон «Спарта» с другим голкипером, опытным Томашем Паштулкой в воротах. Как раз таки Паштулка противостоял «Спартаку» еще в памятных матчах 99-2000 годов. Но ой, как здорово, сейчас верит, он мяч поборолся, вы знаете, выиграл мяч. И неплохо обыгрывал, неплохо обыгрывал. Показал, что будет стрелять, да. И под себя хотел убрать мяч, но чех, откровенно говоря, не поверил ему. Тоже сыграл очень и очень здорово защитить. Но и Велитон действовал тоже правильно, на мой взгляд. Потому что в этой ситуации, конечно, надо было обыгрывать. А здесь нарушение правил со стороны Джеттера. Развалил он все-таки двухметрового Дошика. Ну, можно сказать, что не свалил, но задел. А вот Иванов немножко не успевает. Второй раз уже. Слишком много дает пространства он игроку, непонятно. Вот, двое посмотрите, чехов, вне игры, судья Саверный четко поднимает флажок вне игры, да. Но все-таки опять должен сказать, ну почему так глубоко? Подача идет из-за штрафной. Ну не стойте вы на линии вратарской. Но слава богу, что все обошлось. Закончил о Томаше Григоре. Так вот, начинал сезон «Спарта» с Паштулкой в воротах, а Григор, ну, где-то в сентябре-октябре команде наступил откровенный кризис. Посыпалась она и в чемпионате, сразу несколько неудачных результатов. Еле-еле вползла буквально в групповой турнир Кубка УЕФА. Дважды в отборочном раунде «Спарта» встречалась с датским «Оденсе». Оба матча закончились 0-0. И лишь в послематчевой серии пенальти Дании чуть-чуть больше повезло прожанам. Сейчас как раз-таки они в атаке правым флангом. Ян Резек, но неудачный пас на него. И Жедер пасует на как раз-таки Плетикосу. Ну а заканчивая про Григора, он после как раз-таки серии неудач в национальном чемпионате решил Билик доверить место в воротах ему. И с ним команда заиграла лучше. Первые 5 матчей выиграла подряд в чемпионате. И лишь в минувшем туре проиграла в гостях Брно со счетом 4-2. Вы знаете, у меня такое впечатление, что Штранцель, по-моему, все-таки бережет ногу. Вы знаете, как-то вот сейчас вот он шел в середине стык, да, и было совершенно очевидно, что он стык проигрывал и не стал в него влезать. Это говорит о том, что я ни в коем случае не хочу сказать, что я видел игры, когда он играет до конца, и в этом отношении он боец, бесспорно. А здесь, наверное, побаливает все-таки. Я думаю, что не совсем здоров. Правым флангом развивается атака «Спарты». И здесь удачно в подкате действует Иванов, выбивает. Да, вот Иванов, вы знаете, 3-4 раза за счет того, что неправильно выбирает место, дает своему игроку возможность, так сказать, проскочить, а в конце справляется сам, так сказать, где-то на желании, перехватывая вот этот пас. Но, в принципе, конечно, не надо давать возможность такого пространства большого, которое он дает. Будет, видимо, далеко вбрасывать аут чешский. Да, скорее всего, в штрафную, и опять... Нет, на этот раз мяч не долетит, конечно, до чеха. Наши перехватывают. Ой, как хорошо. Хорошо Егор отдал. Тарбинский смещается в центр. Обходит одного, второго. И здесь нарушение правил, по-моему, который может тянуть и на желтую карточку. Нет, я думаю, что ничего особенно страшного не было. Был такой игровой, да, немножко сзади, но такой игровой фон не жесткий. Не жесткий, не жестоко. Тем не менее, Ричард, главный арбитр, сказал несколько предупреждающих слов Карлу Киселу, который нарушал правила в этом эпизоде, но тактически Пол оправдан. Да, но потом Кисел все-таки не игрок жесткий, это игрок скорее созидающий, чем, так сказать, игрок, который... Ой, как! Ошибся теперь, ошибся! Недалеко сыграл, но спартаковцы особенно не спешат за мячом, аут наш. Подходит к концу первый тайм. Спартак пока что в атаке. Через Жедера Штранцель играет. Ну, а Жедер что, распорядится? Я не думаю, да, скорее всего, отдаст кому-нибудь ближнему. Потому что как только он начинает отдавать длинный пас, так половина стадиона начинает, так сказать, валидол кушать. Да, часто, конечно, длинные пасы Жедером. Да, да, они у него в обрыв, и, собственно говоря, они вот на Дзюбу. Ну, выиграй! Ну, как, надо было выиграть пас. Потому что выиграл уже позиционно, так сказать, борьбу. Уже оттеснил своего защитника, принимая на бедро, мяч отскочил. Конечно, надо было. Технический прием уже безобразный. Штранцель, посмотрите. Нет, Штранцель нездоров. Я вам честно говорю. Наверное, что-то надо будет делать в перерыве. В центре один Тарбинский. Пас Титова следует на него. Хорошо. Сохранил. Хорошо. Отдай. Хорошо. Нет, не игры. Велит, он хорошо открывался, но немножко где-то, но полметра был впереди все-таки защитников
инфаркта, и поэтому судья, так сказать, поднял. Хотя основной судья свисток не дал, потому что он видел, что вратарь играет, поэтому мяч от вратаря пойдет. Ну пошла последняя минута первого тайма в матче «Спарта-Спартак». Пока что ничья 0-0 и напряженнейшая игра, которая пока что не дает даже передохнуть. Видимо, что идет до гола она в этом матче сегодня. Ну, тут сказать тяжело, до чего она идет. Пока что надо сказать, что «Спартак» в принципе, если бы еще не пятился при многих моментах, когда до штрафной атакуют чехи, то «Спартак» выглядит прилично, так сказать. Хотя, может быть, и не создал ничего особенно героического, но и у своих ворот не дал ничего создать. Вот. Ну, а то, что касается контроля мяча, то «Спартак» выглядит получше в этом отношении. Хотя вот сейчас чуть-чуть не сглазил, Егор потерял мяч в середине, и смотрите, чехи могут разыграть этот вариант. На левом фланге Забавник, хорошо, он далековато хорошо, отпустил себе мяч, и с мячом Велитон уже. Штрантель сыграл хорошо, Велитон сохранил мяч, мяч в ауте, мяч наш. Ну и, собственно говоря, первый тайм подходит к концу. И можно сказать о том, что «Спартак», в принципе, ту задачу, которую он на игру ставил, да, сегодня, это, в принципе, не дать ничего сделать у своих ворот, он, в принципе, сохраняет это. Одна минута добавлена к основному времени первого тайма. С мячом «Спартаковцы», Дедура. Вот только не надо ничего придумывать. Не на... О, господи, ну хорошо, хоть так, ладно. Растет возмущение на «Спартаковском секторе», похоже... Ну, «Спартак» доигрывает этот момент. Ясно, что сейчас перерыв, и доигрывает этот момент, но нельзя терять так мяч. Конечно, учитывая то, что время заканчивается, надо как-то сохранять это все. Дошек сознательно выбил мяч в аут. Я думаю, «Спартак» должен отдать сейчас мяч чехам. Да, видимо, не бесследно не прошел этот эпизод, когда выбежали болельщики на поле, потому что полиция на «Спартаковском секторе», и как бы не получилось продолжение истории 90-х годов. Вы слышите, что происходит, это уже все близко-близко к очень на каляющей обстановке. Итак, закончился первый тайм. Будем надеяться, что вместе с первым таймом закончатся и беспорядки на «Спартаковском секторе», но все только начинается. У Я нас 0-0. Так думаю, да. «Локомотив» закончил первый тайм или заканчивается первый тайм в «Локомотиве», и там счет 0-0. Ну а у нас в центре событий, безусловно, события на «Спартаковском секторе». Обращается сейчас вот по громкой связи диктор по стадиону, чтобы успокоились спартаковские фанаты. Но мы видим, что все только пока что накаляется. События практически как со сводки боевых действий. Сейчас мы ведем репортаж, потому что грохот, ор, фаеры и шашки, которые летят в сторону полиции. Ну что ж, пока что вот на этой такой тревожной ноте, если говорить о болельщиках, мы заканчиваем первый тайм. Вас ждут реклама и выпуск новостей, и затем мы вернемся в Прагу. Уважаемые зрители, телезрители, телеканал ТВ-центр продолжает прямой репортаж из Праги. Групповой турнир розыгрыша Кубка УЕФА сезона 2007-2008. Спарта, Прага, Чехия, Спартак, Москва, Россия. После первого тайма 0-0 и события, которые привлекают внимание не только тем, что происходит на поле, но и тем, что происходит на трибунах. Практически весь второй тайм, увы и ах, приходится именно с этого начинать. Проходит практически весь перерыв между первым и вторым таймом. Продолжалась битва на трибуне болельщиков «Спартака», и ощутимо меньше стало поклонников московского клуба, потому что полиция, которая уже находится где-то в районе 20 минут на трибуне со спартаковцами, вытеснила их всех за пределы стадиона, и что происходит там, мы, конечно, уже не знаем. Некоторым удалось перебраться на другие сектора, но в любом случае этот инцидент со спартаковскими болельщиками будет наверняка заслужит отдельного внимания со стороны УЕФА, и увы и ах, вполне возможно, российский клуб понесет какие-то убытки и наказания. Ну а вернемся на поле. Спарта-Спартак в начале о составах, тем более мы уже видим, что никаких изменений тренеры в составы, стартовые составы команд не внесли. Итак, Спартак, ворота к Степе Плетикосом. Далее Штранцель, Жедер, Дедура, Иванов, Шуава, Ковальчук, Тарбинский, Титов, Велитон и Дзюба. Ворота Спарты защищает Томаш Григор и полевые игроки Ржевка, Забавник, Дошек, Слепечка, Резек, Хорват, Кладрубский, Кисель, Поспех и Кадлец. Возглавляет московский «Спартак» Станислав Черчесов, главный тренер Спарты Михаил Билет судит эту
встречу. Арбитр из Уэльса Ричардс, и ему помогают его соотечественники. Ну, надо сказать, что «Спартак» первый тайм сыграл так, как и, собственно говоря, мы хотели, да? Держал мяч, может быть, не создал особенно острых моментов у ворот противника, но и в то же время не дал создать ни у себя ничего. И, на мой взгляд, все-таки, конечно, «Спартак» по классу, да? Это совершенно очевидно выглядит получше, чем «Спарта». Но не надо забывать о том, что мы играем в гостях. И, наверное, все-таки чешские футболисты сейчас во втором тайме приложат все силы для того, чтобы, потому что они играют дома, и для них это последний шанс, так сказать, зацепиться хотя бы. Если здесь они сыграют ничью, им будет сложно, конечно, играть дальше в этом турнире. Они могут не пройти дальше. Сегодня, помимо «Спартака», еще два российских клуба провели или проводят свои матчи в розыгрыше Кубка УЕФА. «Зенит» в Санкт-Петербурге уже свою встречу завершил. Ничья питерского клуба в матче с германским «Нюрнбергом» 2-2. И параллельно с нашим матчем проходит встреча в Черкизове, где «Локомотив» принимает датский «Копенгаген». Там так же, как и у нас, после первого тайма 0-0. А сейчас у нас очень жесткая ошибка, грубо говоря, ошибка в середине поля Шаава. Но, собственно говоря, сам свою ошибку исправил. Вот сейчас вот Дзюбы хороший момент. Ну что, нет, далеко. И зачем-то непонятно, да. Упал, когда уже приблизительно было в расстоянии 2 метра от пражского защитника, как бы не заслужить желтую карточку за симуляцию. Да, просто упустил мяч, и поэтому упал, надеясь на то, что судья совсем не смотрит игру и может дать пенальти. Я думаю, что это, конечно, не было. Ясно, что там близко никого не было, и фола не было. Ну, во всяком случае, то, что было, то было. Конечно, момент был неплохой, надо было мяч ему сохранить все-таки, тем более, учитывая то, что он был уже на линии штрафной. Игра проходит на неплохих скоростях, что, наверное, объяснимо. В Праге сейчас такой жутковатый, прямо скажем, мороз, учитывая то, что комментаторские кабины находятся на открытом воздухе. Вашим комментаторам приходится довольно непросто. Где-то, наверное, уже минус 6 сейчас в чешской столице. Она, конечно, красива и в такую погоду, безусловно, но надо отметить... Желательно бы потеплее, откровенно скажем, что просто холодновато сидеть. Игрокам, наверное, играть приятно, конечно, в такой мороз, но нам сидеть холодновато. Но вот сейчас, должен сказать, опять был момент, я бы не сказал, что момент, а, так сказать, полумомент, когда чехи опять набрасывали мяч в штрафную, и опять спартаковцы играли очень и очень глубоко сзади. Ну, я не пойму, с чем связана эта болезнь. Наверное, все-таки с классом игроков задних, я больше объяснений я не имею. Хотя это совершенно очевидно и совершенно бросается в глаза. Как так можно играть, не знаю. Быстро разыграли себя штрафной футболисты «Спартака». Перевод на левый фланг, где с мячом 14-й номер Торбинский. Входит он в штрафную. А дальше немножко, вы знаете, долго подрабатывал мяч под правую ногу. Так и не решил, что делать, ударить или делать передачу, и мяч упустил. Здесь уже Торбинский нарушает правила в борьбе с... Посмотрим, кто это сейчас лежит на газоне стадиона «Лето». Наверное, это Поспех, защитник, да, правый защитник. Да. Пражской «Спарты». Один из подающих надежды защитников чешского футбола. Заслужил он уже вызов в сборную. Вообще, именно на правой бровке выглядит чрезвычайно надежно и уверенно. Любит и умеет подключаться к атакам, как по выражению чешских журналистов, с которыми мы общались перед матчем, выжигает всю правую бровку. Ну, сегодня, надо сказать, особенно подключения у него нету. Надо сказать, что, в принципе, вся чешская команда играет довольно-таки просто. Ну, может быть, сказывается то, что все-таки чешский футбол, он, я бы не сказал, что он довольно изобретательный. Все-таки в последнее время таких классных игроков изобретательных было немного, да. Он довольно просто читается, он надежен, он, я бы сказал, в определенной мере и техничен, все, но неожиданных ходов, интересных, неожиданных комбинаций, конечно, увидеть у этих команд очень-очень сложно, потому что я еще раз говорю, что все игроки, которые более-менее умеют играть в футбол, да, они все давно в Германии уже. Пас на левый фланг, сейчас Забавник с мячом передает на своего партнера, там Кисел. Продолжается атака «Спарта» на правом фланге. Хорошо обыграл сейчас, корпусом хорошо показал. Резок простреливает. Ну, Жедер зажигает свечку на своей штрафной. Хорошо так. Вышли спартаковцы, вышли. Торбинский держит мяч, хорошо отдает вперед Титову. Смещается Торбинский на правый фланг. Егор ему же хорошо пока что.
Дошли до штрафной, но здесь Уж очень легко. И читаемо было, откровенно говоря, за 5 километров до стадиона. Ну так нельзя, наверное. Как-то изобретательный был сыграть в этом моменте. Тем более позволяло и пространство, и страховавшего игрока не было. Ой, а сейчас опасно. Слепичка рвется по правому флангу, скидывает на Дошика, но браво сейчас, надо сказать, кому-то еще из спартаковских защитников, но атака продолжается. Дойдет ли дело до удара? Ну, по-моему, нет все-таки. Шава длинным пасом. Ой, как неаккуратно. Ощущение, что занервничали как-то спартаковские футболисты. Сейчас действительно было впечатление, что все на нерве. А сейчас-то уж тебе кто мешал Шаве отдать пас? Простой, элементарный. А вот в пользу Спарты. Жедер выигрывает мяч. Пас опять в никуда, но это от него, так сказать, мы ожидаем этого. Вы знаете, сейчас чешские футболисты больше, так сказать, играют в атаку. Вот сейчас хорошо сыграл Жедер. Кадлин сейчас навешивал на высокого Дошика. Это мы уже по первому тайму привыкли к такой комбинации Пражской Спарты. Вот вновь с мячом был Кадлиц. Он отбросил мяч голкиперу. На правом фланге мы видим, как глубоко отходит всегда за мячом второй нападающий Пражской Спарты Слепичка. Да, Слепичка, да. Много играет комбинационный футбол, пытается играть, много отходит, много комбинирует. А в то же время, конечно, Дошик не отходит никуда. Все время, посмотрите, вот он все время в районе пенальти. Пенальти находится и все время борется за каждый мяч. Сейчас ждал подачи, но подача, к несчастью для чешской команды, не последовала. Дзюба потерял мяч и борется до конца. Будет фол, нарушает правила. Будет фол, и опять внимание, наверное, будет Дошик. Дошик, который будет бороться за этот мяч. С ним уже персонально играет везде. Я смотрю весь первый тайм, и вот сейчас начало второго тайма, все время с ним персонально играет Жедер. Ну вот надо смотреть на него внимательно. Нет, сейчас передал его. Что-то я не пойму. Дзюба пытается играть девятым номером, нет? Вот посмотрите, никто опять не играет. Нет, Жедер все-таки Жедер. Это, видимо, наигранная комбинация. Ой, вы знаете, удар был явно мимо ворот, но если бы была поставлена нога, да, то мог быть и рикошет ворота. Довольно-таки опасно было сейчас. Хотя нельзя сказать, этот момент, конечно, разыгрываем, но это дело случая. Это Карл Кисл бил по воротам. Как мы уже говорили, что он один из основных полузащитников словацкой сборной. Забивающий, кстати говоря, ходит. И второй вот после Дошика как раз бомбардир своей команды. В 17 играх этого чемпионата он забил уже 6 мячей. Спарта вообще любит и умеет атаковать. Она самая результативная команда чешского чемпионата. И в обоих встречах Кубка УЕФА не ушла с поля без гола группового турнира. Так что постоянно ну, оборонит ну, Спартака. Не сегодня, чтобы не сегодня они ушли без гола. Конечно, мы все. Велитон. Ай-яй-яй, как пытался вырезать, и неплохо врезал, вы знаете, Дзюбе, но не получился. Напомню, что параллельно с нашим матчем проходит встреча Локомотив-Копенгаген. Там также идет 55-я минута и тоже счет 0-0. Нарушение правил. Мы видим, что не балует арбитров свистками вообще игроков, дает бороться, дает играть. Но в данном случае действительно было очевидно против Егора Фалили, и тут совершенно правильно судья, так сказать, дал штрафной. Вот мы разыгрываем мяч в середине поля пока что через Дидуру, через Шоава. Да, Шоава последний пас, конечно, можно сказать, что больше правительственный. Вот один в один выходит. Нет, вне игры. Судья зажег уже. Можно не спешить, не торопиться. Хотя Плетикосов правильно прочитал ситуацию. Вышел, сыграл этот мяч, но там было вне игры. Вот мы видим повтор. Да, естественно, что в момент паса Дошик зашел, заскочил вне игры, бесспорно, да. Станислав Черчесов на вашем экране. Промелькнул, естественно, он постоянно не уходит от границы зоны тренерской, которая выделена здесь вот на стадионе Летно. Переживает, естественно, за игру, понимает то, что ковать результат выходом весенней части Кубка УЕФА. Именно выходом он сегодня кует результат. Ты знаешь, он мне больше нравился, когда он не выходил.
Я думаю, что достаточно времени у тренера для того, чтобы разобраться с командой, а не кричать все время с бровчи, как надо действовать. Это, по-моему, плохая манера и ни к чему. Игроки сами должны знать, что они... О, как здорово, Торбин тебя обыграл. Наверх отдали флангу. Кто там? Велитон выпрыгивал. Знаете, посмотрите, как он здорово выпрыгивает. Он же невысокого роста, а прыгает, и такое впечатление, что он немножко даже зависает вверху, да? Но в данном случае просто, так сказать, завис-то он хорошо, но не сыграл мяч. А вообще, откровенно говоря, прыжок-то хороший. Вот это умение держать себя вверху, держать свое тело вверху, это очень-очень здорово, конечно. Но я думаю, что он еще раскроется. Давайте подождем. Все-таки он играет не так долго в «Спартаке», да? И надо все-таки, конечно... Одно дело, когда мы говорим про бразильцев, которые играют в ЦСКА, все-таки они играют в своей компании, да? А здесь он один, и ему надо время все-таки, конечно, чтобы его поняли, и он понял. А вот сейчас неплохая комбинация от Тошек. Ой-ой-ой-ой, Жедер молодец, здорово прочувствовал ситуацию, что будет пас за спину, и здорово сыграл. А вот сейчас, ну, отдашь быстро? Быстро-то отдал, да практически не туда, только не то ему, ну и дальше. Шава, ну Шава, естественно, мы ожидаем от него вот того первого паса, который он сегодня и сделал. И, по-моему, он уже сделал этих пасов штук 10, вы считаете, нет? Посмотрите, он штук 10 запорол уже, таких пасов в середине поля. Отсюда идет атака, хорошо, Дедур. Кисел навесил штрафную «Спартака». Спартаковцы мяч вынесли. И дальше уже Резок пытался пробить сходу, но попал в кого-то из защитников московского клуба. Левым флангом теперь развивается атака пражской «Спарты». Пас никуда. Хорошо, хорошо, не спешить, да, не спешить сейчас. Дело в том, что вы знаете, сейчас мы начинаем терять крайних защитников. Как справа, так и слева. Появляется пространство, появляется там, где защитники могут сыграть. Но в данном случае просто они сыграли безобразно, конечно. Хотя и пространство, и возможность, так сказать, сделать передачу штрафную были. Были, конечно, опять возможность навесить на Дошика. Пока что это, так сказать, самое главное оружие чешской «Спарты». Ну, пока что она не работает, надо сказать. Спартаковцы играют довольно-таки уверенно и понимают, от кого идет угроза. И в данном случае с ним играет верно. Играет все время с ним персонально, я смотрю, Жедер. Теряет только редкие минуты. Ну, Дзюба, сохранишь? Нет. Нет, не сохранил. Нет, не смотрите, сохранил. дает играть арбитр из Уэльса. Перехватывает мяч Спартак и устремляется хорошо, в контратаку. Нет, здесь было нарушение правила. Да, здесь, конечно, да. Был. 59-я минута матча. Спартак пока что 0-0. Быстро разыгрывают штрафной спартаковцы. Навес. Есть возможность сыграть головой. Останавливает мяч. Но! Удар! Нет! Здорово делал Дзюба. Все здорово делал. Но немножко не хватило. Вот в последней ситуации проткнуть мяч. И знаете почему? Потому что мяч скакал. Если мяч был внизу, он бы успел бы, наверное, проткнуть его. Вот именно скакал, он не знал, как к нему подойти. Вы понимаете? Но это опять говорит опыт. И, наверное, то, что все-таки, играя в юношах, играя в дублирующем составе, там больше времени в этих ситуациях, поэтому мяч может, так сказать, опуститься где-то, а в данный момент он не успел его опустить. С мячом же спартаковские защитники. Поехала сейчас нога у Иванова. Тем не менее, Жедер его прессингует активно. Дошик успевает, бразильский легионер, выбить мяч. Ну, выбивает, как всегда, никому, или, скорее всего, надо говорить откровенно, скорее всего, сопернику. Ну, что поделаешь, с этим надо мириться пока что. Этот игрок играет именно так, как он играет. Что ж поделаешь. Тем не менее, пока что команда не пропустила. И, наверное, это самый главный успех. Ну, Егор, ну! Спартака. Егор завозился, Титов, с мячом, потерял его. Сейчас будет подача, но нет. Нет, нет, Стенку держит играет. Через низ. На... ой, как неприятно. Как здорово. Как здорово это, по-моему... Трансель сыграл, да, просто здорово, вы знаете, и аккуратно, не свалил ничего в ситуации, когда, так сказать, ситуация была неприятная, мог быть фол, а не дай бог и пенальти, да, в данном случае сыграл очень, вот сейчас фол. Опять Трансель, против Трансель, полятый, фол бесспорный. Недовольны трибуну, это с криком упал Трансель на газон, а мы видим повтор момента, который был у Артема Дзюбы. Да, пробил он через вратаря, уже сквозь вратаря мяч прошел. Обыграл по себя и не успел проткнуть его, да. Ты обратил внимание, что, по-моему, такое впечатление, что болельщиков стало чехов именно побольше немножко, а? Скорее, болельщиков Спартака стало меньше. Спартака меньше, да, может быть. Может быть и так. Ну, Жедер, да, хорошо. Еще раз.
Да, тоже опять неплохо. Атаковал вовремя, без фола, что здорово. Сохраняет спартаковца мяч. Мяч у Жедера. Вот это правильно, да. Не колотив длинную, ты это не умеешь. Но вот опять ему дают возможность. Опять он, так сказать, от нее уходит, от этой возможности сыграть длинную. И опять ему дают. Сейчас уж надо играть длинную, деваться некуда. Жедер, безусловно, главный герой 62-й минуты матча Спартак. Параллельно, напомню, проходит встреча Локомотив-Копенгаген. Там также счет 0-0. Ой-ой-ой, вы знаете, пришло довольно-таки неприятное событие для всех наших болельщиков. Копенгаген забил мяч Локомотиву и выигрывает пока что со счетом 1-0. Да, это жаль. Первым сегодня пропустил в Санкт-Петербурге «Зенит», первым пропустил против Копенгагена «Локомотив». Будем надеяться, что именно матч, который вы видите в прямой трансляции в эфире канала ТВ-центр, будет отличаться другим. И «Спартак» одну из своих довольно многочисленных атак по первым минутам, ну уже не первым, по первым 20 минутам второго тайма завершит удачно на правом Ковальчук фланге. Ковальчук хорошо, Егор отдал ему, а Ковальчук исполнил пас, неважно. Откровенно говоря, можно было поинтереснее навесить. Обыгрывает своих сразу Ян Резек на левом фланге и устремляется в атаке. Четверо чехов бегут против них, четверо спартаковцев. Преимущество у Спарты сейчас в игроках. Сразу пять игроков Спартака словно пешком возвращаются на свою половину поля. Тиби Плетикоса, что творит Плетикоса? Это потрясающе! Это потрясающе! Вы знаете, я таких моментов вообще не видел. Так сыграл первый мяч, отбой. Ну а второй-то игрок добивал уже с убойной позиции, с метра. Надо отметить, что судья уже зажег флажок во втором Тиби эпизоде. Просто потрясающе. Во втором эпизоде было вне игры, но просто поражают сейчас футболисты Спартака, которые пятером стояли на чужой половине поля и даже не собирались бежать, возвращаться на свою половину поля с нашей позиции. Это было очень хорошо видно. Да, и опять, вы знаете, опять ошибся позиционно Иванов. Вы видели, что нападающий немножко притер его корпусом и дал возможность сыграть 20-му номеру. Это, по-моему, кто же у нас 20-й номер-то? Посках. Это как раз правый защитник, о котором мы говорили. Да. Включился, у него был очень хороший момент. И именно из-за того, что Иванов наткнулся на своего, на своего подопечного, не смог сыграть здорово. И вот из-за этого сложился этот момент, конечно. Надо сказать, что довольно-таки много через эту сторону проходит у чехов. Ну и, конечно, браво Стипе Плетикоса. Выручил он однажды Спартак в первом тайме. Выручил он сборную России, как мы помним, в матче Хорватия-Англия, которую вы также могли видеть в прямом эфире на нашем канале. А это был один из лучших матчей футбольной европейской осени, пожалуй, этого года. И продолжает он выручать «Спартак» здесь, в Праге. 65-я минута, по-прежнему 0-0 в матче «Спарта-Спартак». Я думаю, что за этот вот момент ему надо давать звание Героя России, просто бесспорно. Хотя он, конечно, и не россиянин. Да, жалко, что у нас нет таких вратарей. Жалко. А ведь были. Какие вратари? Но Спартак держит. Ой, довольно жестко. Довольно жестко. Почему судья не реагирует на этот момент? Интересно. Это было жестоко даже, я бы сказал. Посмотрите, да, идет он разбираться с этим моментом. И Ян Резек, Егор Резек нарушал правила. Абсолютно верно, предъявляет претензии к судье. Да вы посмотрите, прямой ногой шел. Можно просто сломать игрока, да. Можно просто сломать, и сломать просто насквозь. Но так нельзя, в середине поля, что он? Это красная карточка, это даже красная карточка, конечно. Прямой ногой, шипами. Также можно было вплоть до перелома довести, а мы видели, что Штранцель и так через боль играл в первом тайме. И возможно, что вот после этого эпизода австриец покинет даже поле. Он не подает сейчас признаков тому, что он сможет продолжить игру. Да, тяжело, конечно. Очень жестокий Шанс. Момент, я бы сказал. Как судья пропустил этот момент, просто непонятно. Конечно, эта карта уж... Посмотрите. Ой, какая атака. Ну как пропустить такой момент? Я не знаю. Грубейшая ошибка валийского рефери. Конечно. И это можно утверждать без всяких поправок на то, чтобы этот эпизод можно было трактовать по-разному. Мы видим, что готовится замена у Спартака. Похоже, Романа Шишкина сейчас подзывает Станислав Черчесов. Но все-таки поднимается Штранцель. Нет, Штранцель уходит и показывает, по-моему, рукой показывает, что он играть сможет. Мне кажется. Давайте посмотрим еще раз. Да, ситуация очень была жестокая, честно говоря. Как можно пропустить такой момент, не знаю. Уж о желтой карте вообще разговора нет. Красная, конечно. Ну, отдай мяч. Отдам.
Штранцель пока что оказывает помощь за пределами поля. С мячом «Спартак» в борьбе Велитон не успевает здесь к мячу ближе. Чешский защитник, тем не менее, теряет мяч в Прожане и уже теряет его спартаковцы. Вот посмотрите, что значит топаться, что значит умение играть в футбол. Ведь Егор играл абсолютно правильно в стенку с Дзюба, да? Давая ему в недопас мяч. Но тот не мог правильно расположиться. А сейчас опасный момент, очень опасный. И очень хорошо играет Иванов. Как здесь хитро задумал Торбинский. Торбинский сыграл очень правильно. Сыграл в игрока, и мяч от него отскочил за поле. Рискованно, но если то, что проходит, то проходит. Штранцель возвращается на поле. Вроде бы все с ним в порядке. Хотя, конечно, достается ему в сегодняшнем матче «Будь здоров». Мяч повисает вверху. Нет, Велитон этот мяч, конечно, не выиграет. Штранцель упускает мяч за боковую. Хорошо. Хорошо, Штранцер сыграл два раза в двух эпизодах. Ой-ой-ой. Ай, Торбинский чуть-чуть не прочувствовал на перехвате. Чуть-чуть не хватило ему, так сказать, скорости. Иржа Кладрубский, по-моему, первый раз мы в этом репортаже называем его фамилию, потому что центральная зона Спарты удивительно инертна в сегодняшнем матче. Ну, я должен сказать, что да, совершенно абсолютно понятен рисунок игры чехов. Они пытаются, так сказать, мяч сразу отдать во фланг, и с фланга пытаться навесить на своего центрального нападающего, на Душика. Но пока что, так сказать, это плодов не приносит, он не выигрывает, да и передачи идут не очень, так сказать, острые. Хотя он в напряжении держит все время нашу защиту, это надо сказать точно, абсолютно. И поэтому, если на секунду расслабиться или Дидура, или Жедар, который, в принципе-то, играет с ним персонально, то можно ждать, конечно, всяческого от этого нападающего. Но пока что спартаковцы справляются, играют против него верно. Карл Кисл нарушил правила в борьбе против Дмитрия Торбинского. Разыграли быстрый мяч спартаковцы. Но Торбинский смещается в центр, он с мячом. Здесь проскакивает мяч среди двоих. Кто первый, вратарь или нападающий? Нет, все-таки Григор был первым на мяче и выбил его. Велитону было сложно выиграть в такой ситуации, хотя он был и на скорости, но, наверное, здесь скорость должна быть как у хоккеиста, наверное, на коньках, и то не догонишь такой мяч. Ну, Дима, поборись! Ай, господи! Нет, нет, уже фланг дается. Да, все правильно, он рукой толкнул, да. Я сначала, так сказать, не видел жеста судьи, и я думал, что мяч останется все-таки у него, но толчок рукой был, конечно, да. Вратарь будет со своей половины. Но опять, наверное, через середину опять будут цепляться за мяч. Чехи вот здесь вот перед штрафной. Опять с тем, чтобы сделать верхом передачу штрафную. Тут уже, собственно говоря, тактика этой команды, она понятна, она очевидна. Вот, посмотрите. И пока «Спартак», так сказать, совершенно верно распорядился и мячом, и ситуацией вообще с этим игроком. Пока что все верно. 70-я минута идет в матче «Локомотив-Копенгаген». Там по-прежнему 0-1. Первый матч под руководством Рената Белялединова не складывается. Пока у железнодорожников единственный мяч они пропустили с пенальти. Ковальчук сейчас сыграл неудачно. Было много адреса, особенно в правую сторону. Почему не сыграл на Штранцеле, который подключался, непонятно. Но вообще, вы знаете, человек давно не играл в основном составе. И, наверное, все-таки это сказывается, что игровой тонус, конечно, совершенно другой. Ой-ой-ой, сейчас опасно, проваливаемся. Фол. Нет, судья не дает. Вы посмотрите, да, сегодня, конечно, валийский арбитр не свистит практически ни в ту, ни в другую сторону. Возможно, даже сейчас немножко исправляет ту ошибку, которую он допустил в эпизоде, когда да, получил повреждение Штранцелем. Отдай Штранцелем, да, хорошо. Вот австриец идет, подключается к атаке, наверх. Ой, какой пас хороший, ну говорись! Нет, мяч не покинул пределов поля. Должен играть более уверенно, более сильно, более мощно. Тем более такой форвард, такой фактурой. Ну, пока что, так сказать, будем. Ну, на молодость, конечно, скидку дадим. Хотя, как говорят, если молодой не может, то, может быть, и к старости-то еще хуже будет. Ну, во всяком случае, прощаем пока что.
71-я минута матча идет у нас. И, наверное, самое время напомнить, кто у спартаковцев в резерве. Хотя пока что ни одной замены не сделали ни один, ни второй тренер. Так, вратарь Дмитрий Хомич, полевые игроки Роман Шишкин, Федор Кудряшов, Денис Бояринцев, Никита Баженов, Сергей Паршевлюк и нападающий Александр Прудников. Ну и к нападающим надо отнести все-таки Баженова, конечно, который обладает довольно-таки приличной скоростью. Я думаю, что вот сейчас вот, вот в этой игре его скорость очень и очень понадобилась. Почему? Потому что мне кажется, что Спарта немножко уснула. Нет у тебя такого впечатления? Играет медленно. И если появится игрок, который будет разрывать на скорости, то может разорвать. Нельзя, правда, недооценить тот факт, что спартаковцы тоже находятся уже на исходе своей сил. Хорош, Дедур. Дедура просто хорош в этом эпизоде. Ну и хорош, если вы обратили внимание, Плетикоса. Почему хорош? Вроде несложно, мяч подобрал легко, да? Но ведь дело в том, что он командовал Дедурой, вы видели, да? И командовал, с какой стороны ему атаковать и как атаковать. И было правильно. Но... Ой, хорошо. Егор отдал вправо. Это Ковальчук? Нет. Нет, это не Ковальчук, это Шоу. Ой, какая. Ну, я говорю, у него пас. Самый лучший пас у него в правительстве, конечно. Пас играет ужасно. Ну, правда, Спарта отвечает ответной любезностью. Сейчас спартаковцам и Дзюбе удается буквально выцарапать этот мяч чтобы отдать сопернику. Здесь нарушение правил, мяч сохраняет пока что футболисты Спарты. Посмотрите, какая жесткая пошла игра. Изобилует она подкатами. Я даже сказал бы не жесткая, просто ошибаются в середине спартаковцы подряд три раза. И за это должны быть наказаны. Хорошо, Лепечка что там скипи, да. Хотя мяч шел и мимо, конечно, но на всякий случай поймал его и все правильно сделал. Надо все-таки показать, что бить отсюда, тем более бить с таких ситуаций, не стоит, потому что там стоит вратарь все-таки. Там повторяли эпизод, в котором трибуны засвистели и считали, что можно давать 11-метровые ворота Спартака, но, безусловно, мы видим, что никакого нарушения не было, конечно. Вы знаете, чешские зрители сейчас кричат «Спарта, Спарта» с ударением на первом слоге. Такое впечатление, что это как наши кричат «Спартак». Одинаково. Поэтому неизвестно, кого этот крик поддерживает, честно говоря. Поскольку «Спарта» — это просто усеченный «Спартак». Буквы «К» не хватает. Ну, российские болельщики немного приумолкли, потому что, естественно, после такого развития событий, которое мы видели в концовке первого тайма и в перерыве, следует быть начеку. Полиция сейчас по-прежнему держит в оцеплении все спартаковские сектора. И еще интересно очень, как будут развиваться события после матча. Но в любом случае, все подробности... После матча, по-моему, будет самое интересное. Все подробности событий, которые были в перерыве, вы увидите в выпуске «5 минут спорта» на канале ТВ-центр. Страшно было. Такое впечатление, что попали в войну, честно говоря. Столько было. Что это за выхлопы? Что они приносят? Я не пойму никак. Ну, то, что... Почему так стражи правопорядка чешской столицы не угадали с... Ой-ой-ой-ой-ой, давайте смотреть внимательно, момент очень тяжелый. Спартаковцы опять сгрудились, опять все пришли в ворота в свои. Посмотрите, где находится. Ну, вот. Мяч уже находится здесь, это понятно, да. Но до этого не надо было находить, не угловой. Это очень-очень опасно. У меня такое впечатление, что немножко концентрация внимания вот у спартаковских защитников, в основном хаббеков. Хаббеки стали проигрывать много. Вы обратили внимание, что чехи стали перед штрафной чувствовать себя намного увереннее. Разыгрывают, отдают их, никто не встречает, не отбирает. Защитникам, конечно, разорваться здесь тяжело. Их, наверное, в первую очередь хаббеки должны делать. Навес. Даже будет скорее больше. Выйдем. Похоже на прострел. Подскальзывается чешский защитник здесь. Нет, нарушать выйдем, правила, конечно. Выйдем, да. Торбинского снесли, я думаю, что выйдем из этой ситуации. Вообще было опасно. Вы знаете, мне кажется, что немножко наших полузащитники распустили здесь хаббеков Славии, и они, Славии, Спарты. И они, так сказать, начинают все больше и больше среднее поле переигрывать. А времени у нас осталось... Буквально 15 минут основного время, плюс то, что добавит главный арбитр. И вот здесь надо Спартаку, так сказать, концентрацию прибавить. Посмотрите, проигрываем середину. Здесь нарушает правила Дедура. Да. Вот посмотрите, правый хавбек стал лезть много, 20-й номер. А мы говорили, обращали внимание на то, что Поспех очень любит подключаться в атаке. Если это было не особо заметно в первом тайме, то во втором очень заметно. И все-таки, упускает мяч молодой чех в этом эпизоде. Но
Да, Спартаку надо обязательно что-то делать. Я думаю, Черчесов, наверное, смотрит эту позицию, понимает, что мы в середине сейчас стали последние 10 минут проигрывать очень-очень много. Наверное, надо кого-то выпускать и кого-то менять. Шао явно не справляется, так сказать. Вот, посмотрите, опять как играет неудачно, хорошо. Штранцель в порядке. Ну, это пас. Куда отдашь пас? Отдал коне. Ну, как обычно, тут без вариантов. Если он своему угадает, то это раз в 100 лет будет. Успех на Ржепку. Ржепка отдает на Слепечку, который мы видим, что уходит все дальше и дальше к середине поля для того, чтобы получать мяч. Зарабатывает аут для своей команды. Да, середину проигрываем. Посмотрите, середину проигрываем абсолютно. И проигрываем с краев. Крайние защитники стали получаться. Зоны свободные. Пока что, так сказать, чехи сами не могут вовремя навесить. И вот именно там теряют мяч, где, казалось бы, терять-то позиция такая, что терять-то негде особенно. Так сказать, напрягает это потихонечку. И Черчесову что-то надо делать, что-то делать надо. Хотя я-то... О, хороший пас, просто отлично. Это за нас. Что сделает Спартаков-то с мячом? Ой, потеряет его, потеряет. Велитон уже откровенно фалил в этого... Ой-ой-ой-ой-ой, где игры? Зажигает флажок. Арбитр боковой, безусловно, крайне недовольный таким его решением сейчас чешские болельщики, потому что было видно, что мяч отлетал к форварду Спарты от игроков Спартака. Вот мы видим, что здесь серия рикошетов, и Дошек вылетал один на один. Дело в том, что момент паса, он уже был вне игры, но дело в том, что Стипец все равно поймал этот мяч. Поэтому, так сказать, хоть бы он, что бы ни показывал руками, да, Дошек, но мяч он забить не мог, потому что попал в ноги Стипи, и Стипи лег очень удачно, очень удачно. Ну вот ожидаемая замена, первая замена в составе Спартака. Вместо Артема Дзюбы на поле появляется Прудников, Александр Прудников. Да. Но это опять выход игрока нападающего. Мне кажется, просто напрашивается выход кого-нибудь в середину. Обязательно в середину, потому что и мяч у нас перестал в середине держаться, и мы стали проигрывать, откровенно говоря, хавбекам чешской команды довольно-таки много. Посмотрите, они спокойно гуляют. Вот он, Слепечка, с мячом, против него трое, и неудачный пас следует. Спартак начинает атаку, но подскальзывается на этом поле слегка, видимо. Все-таки оно как не в очень идеальном состоянии, как мы уже и говорили. Нет, мяч уйдет. Хорошо, это за нас. Это за нас, такие пасы, конечно. Конечно, надо сказать, что чехи во втором тайме здорово прибавили, особенно в середине. И наша середина зависла, конечно, она стала проигрывать очень много. Не знаю, почему, так сказать, Черчесов так спокойно, я не знаю, показывает, что это. Хотя, бесспорно, спрашивается совершенно свежий игрок в середину. Неважно, какого класса даже, просто движение свежего игрока в середине, и, наверное, собьет вот этот навал чехов. Но пока что не делается этого. Не знаю, в связи с чем это. Вы тут это видите, наверное, очевидно, да? Не свистит сейчас такие в этом матче такие моменты валийский арбитр. К этому мы уже привыкли. Успех. Да, хороший этот парень, откровенно говоря, хороший. Может быть, и заигрывается, вот как сейчас в этом моменте, и показывает. Правильно показывает? Нет, драться только не надо. А то, что он показывает своим игрокам, что никто не открылся, не с кем сыграть, это было совершенно очевидно, да. Он два кругаля, так сказать, сделал вокруг себя, отдать некому. Ну и замена в составе Спарты вместо Яна Резека выходит на поле номер 6 Давид Лимберский. Также это левофланговый игрок. Обычно он выступает в обороне, но часто может играть и в полузащите. Да, посмотрите, даже при вбрасывании аута игроки Спартака не кроют чехов. Это неправильно. Ну, не знаю, почему Черчесов не носит. Просто не понимаю. Не дай бог, это кончится плохо. Ну, очевидно совершенно, что нужен свежий игрок. Именно в середину поля. Другое дело, что небольшая возможность для маневра у главного тренера Спартака. Может быть, те игроки, которые остаются за вратарем, он в их не верит, да? Но, однако, дело может кончиться плохо. Просто на отбой сейчас играют спартаковцы наверх. Здесь Жедер проигрывает борьбу. Нет, все равно играл правильно. Играл сзади него. И самое главное, что не фалил и не развернулся. Сыграл очень-очень верно. Но, Егор, сохрани. Сохрани! Нет, надо сохранять, конечно. Прудников сейчас прессингует голкипера и заставляет того ошибиться.
спартаковцы делают ошибку, то, что мяч по сравнению с первым таймом, когда они владели им и сохраняли его, да, сейчас они не сохраняют мяч, пытаются быстрее от него избавиться, а это неверно, наверное. Последняя десятиминутка этой встречи пошла. В Москве по-прежнему «Локомотив» проигрывает Копенгагену 0-1. У нас здесь 0-0. И силу у «Спартака» мы видим, что уже на исходе. Позади долгий сезон, уже ноябрь. Ну, вы знаете, у нас всегда сил не хватает. В начале сезона не хватает, потому что только начало. Летом не хватает, потому что жарко. Зимой не хватает, потому что мы уже кончаем сезон. Поэтому отсюда, наверное, все и идет. Ну, сохрани, Торбинский. Сохрани. Нет, сохрани. Пас, ну, никуда, отдал, конечно, мяч, отдал мяч, отдал ноги мяч Прудникову. Прудникову было тяжело принять, тяжело развернуться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, судья просто красавец. Хотя фол со стороны Гидуру был не то что очевиден, а 200%, он был 300%, да. Но однако, видите, судья, видимо, родился в спартаковской майке. Хорошо сейчас слышно. Не знаю, в какой он майке родился, но, видимо, он слегка в этот холод замерз, и, наверное, тормозит тоже. У него реакция очевидна. Да, да. Он тоже ждет, побыстрее бы кончили, уйти бы с холода. Нет, Спартак мяч абсолютно не держит. Смотрите, теряется. Что странно, но ведь начинали играть правильно. И, собственно говоря, поймали уже почти всю эту игру. Поймали противника, знали, что он умеет делать. И, так сказать, надо держать мяч, и все. Вот почему не хватает? Ну, наверное, потому что все-таки физически выглядит не так здорово. А выглядит не так здорово, понятно почему. Потому что 20 игр, все-таки 20 дней без игр. Это тоже, конечно, сказывается. Вот видите, эти пасы, ну, это Жедер отдавал. Так что мы здесь прощаем. Тем не менее, пасы пасами, но это футбол. И мы знаем, что в любой отдельно взятый момент может произойти все, что угодно. Поэтому до конца будем верить в победу российского клуба. Тем более, что периодически все-таки моменты у «Спартака» возникают. Распустили абсолютно всех. Хотя не... Вот сейчас забьет. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне страшно смотреть на это. Почему не вводится игрок в середину поля? Почему? Неужели не видно? Велитон здесь... бегает за своим оппонентом, но кошмар, явно уже... Кошмар, распустили всех абсолютно. Абсолютно распустили всех, и, наверное, это закончится плохо. Да, хорошо так. Хорошо так. Догонит мяч? Нет, не догонит мяч. Поспех, аплодисменты трибунам достаются, но, тем не менее, мячом владеют спартаковцы. Локомотив по-прежнему, по-моему, проигрывает. 1-0 у себя дома на 84-й минуте в Черкизово. И, конечно, это очень и очень для нас неприятно, но «Локомотив» так и играл весь сезон, что, наверное, он не должен никуда попасть. Ладно, все внимание сейчас нашему матчу, потому что здесь наступает все больше и больше. Выходите, не оставайтесь там на линии. Нет, остаются на линии, и, наверное, опять сейчас будет... Нет, не будет, угловой будет. Подача не последовала. Нельзя там оставаться. Игроку такого роста нельзя давать играть на линии вратарской. Потому что хотите, не хотите, 2 метра роста он когда-нибудь выиграет мяч и просвет его туда в ворот. Это же очевидно. Угловой. Угловой. Мы видим, как много футболистов «Спарты» сейчас в штрафной «Спартака». Лишь двое остались сторожить. И смотрите, как интересно они располагаются. 5 человек, все вместе в куче, а потом при подаче будут разбегаться. Видите как? Нет, не выиграл на этот раз Дошек. Но Карл Кисел с убийственным ударом на линии штрафной попал в створ, но, тем не менее, удар сильным не вышел, и поэтому Плетикоса забирает мяч довольно спокойно. И не спеши. Шао — это тоже не лучший вариант, потому что я уже говорил, почему. Ну, вот так вот. Иванов на Шао. Вот так вот. Вот не лучше. Вообще связка Шао-Жедер, конечно, потрясающая. В смысле паса. Но это потерян мяч. Прудников поборолся с Томашем Ржепкой, но проиграл борьбу опытному чеху, молодой россиянин. Хорошо выиграл сейчас. Сохранил минуты какие-то. Выиграл мяч в аут. Здесь Слепечка против двоих россиян. Аут зарабатывает. Судья показывает из того места, надо назад чуть, кстати. Хотя я думаю, в середине поля это не столь принципиально. Метр туда, метр сюда. Какая разница, собственно говоря. Но надо сказать, что это все за нас. Пока что за нас. Пока он завязывал бутсу, пока он будет бросать. Это время, которое Спартаку, так сказать,
очень ко времени, если можно так сказать. Опять левый хоббек вошел в атаку. Будет подача, нет? Нет, будет обыгрыш. Хорошо. Да, здесь хорошо здесь, да, на правом фланге. Странцель четко довольно-таки сыграл, хотя угловой тоже не лучший вариант, конечно, но, во всяком случае, намного лучше, чем пропустить игрока себе за спину. Павел Хорват, 14 номер пражской «Спарты», идет подавать угловой. Все время он подает все, исполняет все стандарты в чешском клубе. Сегодня он не очень заметен, хотя... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Страшные, страшные минуты для «Спартака» последние, страшные минуты, стандартное положение. Но посмотрите, сейчас опять чех выиграл. Хорошо Плетикоса вовремя и на месте находится, ну а чуть в сторону на метр, ведь там не среагируешь, близко уже. Это был центральный защитник Кадлец тоже. Следует на него обратить внимание, потому что вызывается он в национальную сборную Чехии, а это, как мы говорим, трейдмарк, это называется. Фирма, да. Но надо сказать о том, что, конечно, посмотрите, «Спартак» во втором тайме впереди вообще не цепляется за мяч, абсолютно. Я говорил о том, что в середину надо кого-то вводить, это очевидно, вот сейчас Черчесов это и делает. По-моему, меняет Велитона. Велитона, да. И выходит 32-й номер. Это Никита Баженов. Это Баженов, да, это игрок довольно-таки быстрый. Может быть, оп, может быть, как раз вот эта скорость-то и будет сейчас хороша. Почему? Потому что чехи, откровенно говоря, позабыли о том, что надо играть в защите. Они все направляют на атаку. У них не очень здорово получается в атаке, откровенно говоря. Ну, во всяком случае, 7-8 человек в атаке участвуют все время, а сзади нет никого. И может быть, игрок быстрый. Спартаков сейчас, конечно, может что-то сделать. Да, Жедер окончательно играет персонально, конечно, с Дошиком, не отпуская его ни на шаг, и правильно делает, потому что, собственно, игра чехов читается, она идет в основном навесами на этого парня, в надежде на то, что он мяч все-таки выиграет и где-то убежит. Вот еще раз в объективы телекамеры попал Павел Хорват. Любопытный факт, он уже больше всех штрафов заплатил в чешском клубе за нынешний сезон, 500 тысяч крон. В одном из матчей он скинул руку в приветствии, очень похожим на нацистское, в другом наступил на соперника сознательно, когда уже был удален. Такой непростой у него характер, но тем не менее он один из главных центральных полузащитников пражской «Спарты», и даже с таким характером его нужно держать в составе, что и делает Билек. Ну, сохрани Прудников. Хорош! Нет, вратарь прочитал, все просто было. Просто очевидно и легко. Григор на месте, сейчас он с мячом. Надо отскочить игрокам средней линии и принимать мяч лицом. Развернуться уже. Ковальчук, Шалава, надо развернуться. Ну вот, длинный пас, что мы и говорили. И опять девятый номер цепляется. Запускает по правому флангу защитника. Пас следует обратно, и есть хорошо возможность у «Спартака» сейчас разыграть этот мяч. Ну, Егор, вправо. Отдай, сам беги, помоги ему. Нет, маловато сил у «Спартака», Никита Баженов. Нет. А помочь надо, конечно, потому что в этой ситуации, если игрок помогает, может за счет него показать, что ты отдаешь ему пас, обыграть как-то. Ситуация, во всяком случае, другая, когда рядом есть партнер. А когда партнер, конечно, не хочет помочь, то очень-очень тяжело. Но этот пас, конечно, никуда опять. Не получается зацепиться за мяч у Дмитрия Торбинского. Станислав Черчесов явно недоволен, выговаривает. Да ни у кого у «Спартаков» не получается во втором тайме зацепиться за мяч. В первом тайме все было отлично, все было неплохо. Последняя минута идет в Праге, последняя минута в Москве, где «Локомотив» принимает Копенгаген. Проигрывают пока что железнодорожники 0-1. Ну, у нас «Локомотив», 0-0. Наверное, надо сказать откровенно, должен распроститься с кубком УЕФА, мне кажется. Проигрыш дома — это все. Да, ну а «Спартаковцы» пока что, будем говорить, пока что очень и очень неплохо, несмотря на то, что практически моментов голевых не создали, да, но именно вот контроль мяча, особенно который был в первом тайме, он был неплох, играли неплохо, а вот второй тайм проигрываем, конечно. Истекли 90 минут встречи, 2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени матча, 2 минуты, которые «Спартак» встречает, ребята, в атаке. Аккуратнее сыграть надо, аккуратнее, не надо пятиться. Не надо вот здесь вот принимать, надо... Не палить, главное не палить здесь и не дать пробить. Ой-о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 й-
один удар, будет пас направо, поспех, будет бить или простреливать, против него уже двое, откатывает назад, навес, но здесь Сипе. Должен быть косо. Сипе, да, хорош. Забирает мяч. Хорош.
забирает мяч. И вы знаете, вот опять, ну, я не знаю, может, я вам надоел уже этим, да, что пятится команда вот именно к своим воротам. Ну, вы посмотрите, что делается. Ну, так же нельзя играть. Ну, это же не классная команда, боже мой. Ну, почему так играем в защите все время? Именно «Спартак». Я не понимаю, честное слово, просто не понимаю. Играет на линии своей вратарской площадки. Любой навес, конечно, любой отскок — это момент голевой. Неужели это непонятно? Неужели непонятно, что игроки должны играть за штрафной? Потому что даже проиграв мяч на линии штрафной, есть вратарь, который выскочит, поможет. Да игрок не всегда попадет в линии штрафной. И другое дело, когда он бьет в 3-4 метрах от ворот, правильно? Он чуть-чуть задел, проткнул гол. Свистит стадион, Жедер сейчас лежит на газоне, требуется ему медицинская помощь. Сейчас ее бразильцу и оказывают. Непонятно, что делать с Жедером. То ли оказывать ему помощь за пределами, по-моему, но он, по-моему, отказывается вставать вообще. Да. И у него явно желание закончить матч на минуту раньше. Да, уже просто... Стадион свистит, но во всяком случае судья что-то добавлять будет, конечно, но... Вот видите, показывает судья, что надо носилки. Да, видимо, сам не может даже Жедер встать. Может быть, хотя я, откровенно говоря, не видел момента, я пропустил. Что с ним случилось? Но он там бросался под мяч, и поэтому, возможно, просто крепко попал. Но в борьбе не участвовал, потому что борьбы там не было рядом. Может, просто растянул что-нибудь? В итоге встает Жедер и сам покидает поле. А это сейчас обязательно надо сделать по правилам. Да, это надо пройти себе в середине поля, с середины поля выйти. Это потеря для нас. Ну, понимает он это или нет, я не знаю. Тем временем пражский ответ спартаковским болельщикам. Шашка на секторе Спарты. Молодцы, Чичи отдают мяч. Хотя нет, бежит, смотрите, игрок бежит и понимает, что... Уже истекли две, уже подходит к концу третья добавленная минута, но практически все это добавленное время прошло. Сохрани, сохрани. Прорывается по правому флангу Баженов, но упускает мяч. Да, сохранить не мог. Не разрешает валийский арбитр Жедеру появиться на поле с той позиции за воротами. Ну, Чао отошел на его место и сейчас хорошо сыграл головой. Так, а вот Штранц, теперь Жедер добегает до центра. Центрального защитника второй поле. Раз ошибается, но, во всяком случае, угрозу отводит от своих ворот. В атаке Чехи, Слепечка, наверх. Ну, Жедер, ищи своего, где твой-то игрок? Вон он. Ой-о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 й. Как опасно. Вот что значит. Ну, казалось бы, да, мелочи. Вышел с игры, унесли и вошел после, а своего игрока потерял. И чуть-чуть не забили мяч. Удивительно. Итак, все. Финальный свисток арбитра фиксирует итоговый счет. 0-0. Спарта-Москва. Спарта-Прага. Спартак-Москва. Ничью завершился этот матч. Завершилась встреча и в Черкизове, где... Локомотив принимал Копенгаген, проиграли железнодорожники 0-1. Напомню, что третий российский клуб в сегодняшнем матче, сегодня «Зенит» сыграл ничью дома с Нюрнбергом. Теперь «Спартак» набирает в этой группе 4 очка после двух игр у «Спартаковцев» и довольно хорошие шансы на успех. Но вы, наверное, почувствовали, уважаемые зрители, что из трех игр, где участвовали российские команды, именно сейчас, да, в конце ноября, все три не выиграли. Одну игру проиграли, две игры сыграли в ничью. Но, наверное, этому есть оправдание, да? Этому есть оправдание, то, что у нас кончился сезон, что нам тяжело играть. Но, с другой стороны, мы же об этом знали заранее. Заранее мы об этом знаем уже 20 лет, и 20 лет все время на это, так сказать, сваливаем. Наверное, это не годится. Надо как-то готовиться по-другому, готовить команды по-другому. Психологически надо готовиться, физически надо готовиться к тому, что мы должны играть в это время, если мы действительно хотим выступать в Европе. Спартаковцы отправляются благодарить своих болельщиков. Ну а мы отправляемся на рекламу, встретимся после нее. Пустеет пражский стадион Летно. Пока что осталась только трибуна с болельщиками «Спартака», которые ждут своей судьбы за то, что они натворили в концовке первого тайма и в перерыве. Прощаемся. С вами и мы, комментаторы Юрий Севидов и Дмитрий Дерунец. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.